Всем большой привет, с вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о кресле от компании BeSafe. Модель называется Easy Comfort X3. Это кресло категории 1 с 9 месяцев до 3 лет, может быть до 4. Приблизительно вы будете его использовать. Короче говоря, приблизительно до 100 сантиметров роста можно эксплуатировать это кресло. Это кресло очень напоминает мне по своей конструкции, по посадке кресло от компании MaxiCosi. Модель, насколько я помню, называется Tobi. Это такой брат-близнец, можно сказать, креслу BeSafe. И я просто катал ребенка в Tobi и знаю все эти преимущества. И эта модель, получается, имеет те же самые преимущества, что и MaxiCosi Tobi. Вот. Когда в автомобиле высокая поддоконная линия, и ребенок плохо видит в окно, у него нет обзора, короче говоря, это на самом деле выносит мозг, потому что ребенок капризничает, ему скучно, а когда он едет и смотрит в окошко, в тишине царит покой. Ой, в машине царит покой и тишина. Соответственно, эта моделька нам дает все вот эти преимущества. Плюс здесь очень хорошая посадка, хорошие ткани. Ну, в принципе, ладно, это все мы в обзоре увидим. Давайте посмотрим, что он вообще из себя представляет. Первая категория. С 9 месяцев спокойно садимся и начинаем пользоваться. Соответственно, по ходу движения мы едем. Вот, что у нас здесь внутри есть. Пока ребенок маленький, здесь есть вот такой вот классный, смотрите, такой классный мягкий вкладыш. Соответственно, ребенок подрастает, мы его отсюда вынимаем. И, соответственно, смотрите, сколько пространства у нас появляется в кресле. Я уже поднял подголовник повыше. И смотрите, реально до 4 лет, я думаю, можно дотянуть. 100-105 сантиметров где-то ребенок должен приблизительно помещаться сюда точно. Так, соответственно, давайте про комфорт. По наклону что мы имеем? Чтобы регулировать наклон, здесь нужно, смотрите, что делать. Вот эту вот штучку крутить. Можно крутить с любой стороны. Вот, получается, какой у нас угол наклона. Этого более чем достаточно, чтобы ребенок уснул, и у него голова вперед не свисала, и он спокойно в дальней дороге ехал и спал. Поэтому в этом плане все отлично. Вот, устанавливается это кресло в автомобиль, прикрепить его можно только ремнем, изофикса здесь нет. Здесь такая интересная система пропуска ремня. Я уже его установил, но я вам все равно покажу в обратном порядке, как это делается. Так, соответственно, отстегнули. Нижняя часть ремня у нас проходит здесь, снизу. Верхняя заходит вот в эти вот специальные направляющие. Вот так это все выглядит. Смотрите, берем, проводим, вытягиваем, защелкиваем. Все. Потом берем верхний, проводим сюда. Другую часть в такой же с моей стороны. Да. Потом берем всю эту конструкцию, натягиваем. Проверяем, чтобы все это держалось хорошо. Потом защелкиваем с двух сторон. И самый важный момент, потом нужно вот этот рычажок повернуть в сторону. Он такой тугой, но идет. Соответственно, он распирает весь ремень, и оно становится, как будто его приклеили сюда, не знаю, каким-то мощным суперклеем, сваркой приварили. Здесь даже руку я можно постараться просунуть, но из-за того, что только что кресло мягкое, иначе никак. В общем, крепится оно к автомобилю вот таким вот железобетонным способом. Поэтому то, что здесь изофикса нет, вообще пускай вас не волнует, это очень надежная система крепления. Так, соответственно, что касается безопасности этого кресла, здесь есть европейская сертификация 4404. Тесты на ADAC я на текущий момент пока не нашел. И, соответственно, ну, BeSafe нет плохих кресел, они все очень хорошего уровня и доверять можно. Я думаю, что скоро появятся эти тесты и они по-любому будут хорошими. Что касается материалов в кресле. В кресле используются нормальные прочные материалы, износостойкие точно, такую ткань немного где видел. Она очень долго не теряет товарный вид, поэтому
когда вы уже откатаете его, продадите в таком же виде, как и пользовались. На подголовнике ткань, естественно, всегда используется более мягкая, тактильно приятная, гладкая. Ну, здесь у нас ребенка лицо, поэтому должно быть так и никак иначе. Вот, поэтому все окей. Собственно, по креслу, по большому счету, добавить больше нечего. Это хороший представитель качественной продукции, вот, с очень хорошей посадкой высоко. Ребенок в окно видит. Если у вас не какой-нибудь рамный внедорожник, то в большинстве автомобилей посадка низкая. Поэтому это кресло решит эту проблему на все 100%. Вот. А B-Save доверять всегда можно было. Категории 2-3 у них вообще одна из лучших на рынке. Поэтому смело берем и радуемся. Кресло очень годное. Так, в принципе, все. Добавить мне больше нечего. Если этот обзор вам был полезен, интересен, и вы что-то полезное для себя подчеркнули, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго!